совсем стемнело. Криком «Ах! Ах!» замерли на пороге. Балет «Щелкунчик» во всем мире воспринимается как балет-праздник, неизменный атрибут Нового года. И, конечно, он неразрывно связан с именем композитора Петра Ильича Чайковского. А вот имя автора этой волшебной сказки помнят далеко не все. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Автор двух романов, 70 повестей и рассказов, двух симфоний, трех опер, множество камерных сочинений. Кроме того, он мастер портретов, карикатур и иллюстраций к собственным произведениям. Художник-оформитель театральных спектаклей и при этом необыкновенно несчастный человек. Почему? В Гофмане была эта раздвоенность, да и не только в нем, это раздвоенность немецкой культуры. Конфликт романтизма – это мечта, которая недостижима, и действительность, которая неприемлема. Эрнсту не повезло. Он родился в неблагополучной семье. Его отец, адвокат при Верховном суде в городе Кёнигсберге, происходил из старого польского дворянского рода. Был человеком способным, мечтательным, но страдал запоями. Мать, Луиза Альбертина Дерфер, была полной противоположностью своему супругу. Педантичная, аккуратная до фанатизма, невротическая женщина, склонная к душевной болезни и истерикам. Родители расстались. Из-за болезни матери Гофман рос почти сиротой. Его воспитанием занимался дядя Отто Вильгельм Дерфер. Именно он, заметив таланты племянника, приобщил его к музыке и рисованию. По природе Эрнст был фантазером и озорником, но учился прекрасно. Вместе с лучшим другом Теодором Гиппелем они читали рыцарские романы, обсуждали произведения Руссо. К 12 годам Эрнст хорошо играл на органе, скрипке, арфе и гитаре. Между тем в семье все менее радовались его артистическим пристрастиям. Все хотели, чтобы Эрнст по семейной традиции стал юристом. Это всегда верный кусок хлеба. К 12 годам Эрнст хорошо играл на органе, скрипке, арфе и гитаре. Между тем в семье все менее радовались его артистическим пристрастиям. Все хотели, чтобы Эрнст по семейной традиции стал юристом. Это всегда верный кусок хлеба. Стать студентом юридического факультета Кёнигсбергского университета Эрнст согласился еще и потому, что туда поступил его лучший друг Гиппель. Среди преподавателей был сам Иммануил Кант. Гофман был прогульщиком. Он ходил к Канту на лекции по физической географии, считал, что это лучшие его лекции, самые понятные. Гофман виртуозно пародировал Канта. Все ужасно хохотали. Чтобы иметь хоть какие-то деньги, Эрнст стал давать уроки музыки. И совершенно неожиданно влюбился в свою ученицу, 25-летнюю Дору Хак. Она была замужем и воспитывала пятерых детей. В этой любви он обрел то, чего ему так не хватало в жизни. Материнское тепло и свободу от серых ежедневных будней. Однако скоро эта связь стала предметом широкого обсуждения. Дора родила шестого ребенка, и все заговорили о вероятном отцовстве Гофмана. К тому времени он уже окончил университет и работал судебным следователем при Кёнигсбергском окружном управлении. Эрнст жил странной двойной жизнью. Днем он добросовестный канцелярский работник, а ночью, после дружеских посиделок в пивных, в нем просыпался музыкант и художник. Все это очень беспокоило его родных, и они решили отправить непутевого Эрнста в Глогау, к двоюродному дяде Иоганну Людвигу Дерферу. А там, чтобы он забыл о Доре, обручили с дочерью дяди Минной. В июне
июня 1798 года Гофмана перевели в Берлинский апелляционный суд. Столица сразу захватила его. Концерты, театры, музеи, общество художников и музыкантов, азартные игры. Именно здесь он написал свои первые короткие оперы и музыкальные композиции. Правда, их никто не исполнял. Однако Эрнст продолжал занятия музыкой. Это не мешало ему продвигаться по карьерной лестнице и сдавать юридические государственные экзамены с отметкой «превосходно». В результате он получил новое назначение в древний польский город Познань на должность асессора при Верховном суде. В 1801 году на сцене Познанского театра была впервые сыграна его опера на стихи Гёте «Шутка, хитрость и месть». Гофман счастлив. Осуществилась мечта. Его творение увидела и оценила широкая публика, а не только узкий круг друзей. Но следом судьба послала ему удар. В театре вспыхнул пожар, и партитура, с которой не успели даже снять копии, сгорела. От глубокой депрессии он спасался в ночных кабаках. Пил до галлюцинаций, пока из углов не показывались химеры и духи, а домовые не начинали греметь в темной комнате. Когда он трезвел, ему было очень жаль, что фантазии не оборачивались реальностью. И тогда он стал выплескивать свои ночные видения на бумагу. Изнемогая от усталости, я бросился в постель и сразу же уснул. Но меня стало мучить ужасное сновидение. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату проскользнула какая-то темная фигура, в которой я, к своему ужасу, узнал самого себя. В одеянии капуцина с бородой и танзурой. Фигура подбиралась к моей кровати все ближе и ближе. Я не шевелился, и крик, который готов был у меня сорваться, замер на устах от сдавившей меня судороги. Гофман, эликсиры сатаны. Возможно, скоро наступил бы тот страшный момент, когда он не смог бы выбраться из своих ночных кошмаров. Его спасло новое увлечение. Это была дочь познинского писаря Мария Михалина Шцинская. Эрнст быстро понял, это его судьба. И в марте 1802-го разорвал помолвку с Миной, поменял протестантство на католичество, а через месяц уже обвенчался с Михалиной. Он проживет с ней 20 лет, и все эти годы Миша, так он ласково называл ее, будет помогать ему, бескорыстно, без всякой романтики, и всегда прощать своему талантливому мужу его злоключения и романы. Казалось бы, вот оно счастье. Добрая, любящая жена, хорошая работа, возможность творить. Но то ли судьба, то ли внутренние потребности двойственной натуры приготовили ему новое испытание. Это был карнавальный маскарад 1802 года, на котором среди гостей внезапно появились переодетые люди, распространяющие карикатуры на влиятельных особ из числа местной прусской знати. Той же ночью в Берлин был отправлен донос, и началось расследование. Начальство быстро разобралось, что за всем этим стояла группа молодых правительственных чиновников, которой принадлежал Гофман. Дорого обошелся ему этот бал. Вместо ожидаемого повышения и перевода в Берлин, его выслали в провинциальный город Плоцк. Уже подписанный документ о получении Гофманом ученой степени кандидата наук был аннулирован. Он по-дурацки себя повел, конечно. Но он молодой был, и это была глупая довольно выходка, и рисунки носили действительно обидный характер. Ему этого не простили, но мы-то уже можем позволить себе роскошь простить Гофмана. Начались унылые будни канцелярского чиновника. От скуки из подсказки жены он начал вести дневник. Увы, я все больше превращаюсь в истинного государственного советника. Кто бы мог предположить такое еще 3 года назад? Муза ускользает. Архивная пыль застит взгляд на мир, делает его мрачным и пасмурным. Где мои высокие намерения? Где мои высокие идеи в искусстве? Из дневника Эрнста Гофмана, 17 октября 1803 года. В 1804 году по протекции друзей Гофмана перевели в Варшаву. Вдохновленный свободой и возможностью творить, он пишет другу Гиппелю. Вскоре должно случиться что-то великое,
Из хаоса должно выйти какое-то произведение искусства. Будет ли это книга, опера или картина, что будет богам угодно? Как ты думаешь, не задать ли мне однажды министру юстиции вопрос? А что, если я создан художником или музыкантом? Это были годы счастья. В июле 1805-го у Гофмана родилась дочь Цицилия. Здесь он обрел настоящего друга Юлиуса Гитцега, тоже юриста, сослуживца, неравнодушного к искусству. В варшавский период Гофман активно творил, украшал своей живописью залы в Мальтийском дворце. На сцене начали ставить его оперы, исполнять симфонии. Именно в это время он начинает подписывать свои литературные произведения и музыкально-критические статьи в честь своего кумира Моцарта именем Эрнст Теодор Амадей Гофман. Он был довольно заметным музыкантом, что, вообще говоря, в немецкоязычном пространстве трудно. Там много хороших музыкантов. Он, конечно, не оригинален как музыкант. Он в подражательной зависимости от Моцарта. Но я не вижу в этом ничего дурного. Если уж подражать, то Моцарту. И хотя от его творчества служба совсем не страдала, он начал серьезно задумываться о том, чтобы оставить ненавистную юриспруденцию и зарабатывать на жизнь музыкой. Он чувствовал, что именно искусство – его настоящее предназначение. Но в 1806 году в Варшаву пришел Наполеон. Все оборвалось. Несчастья следовали одно за другим. Прусские чиновники были уволены. Не имея средств на содержание семьи, он отправил дочку с женой в Познань к ее родным. А сам собирался ехать в Вену. Но новая власть отказала в выдаче паспорта. И тут еще один удар. Почтовая карета, в которой Михалина с дочкой переезжала в другой город, опрокинулась, и маленькая Цицилия погибла. Жена получила серьезную травму головы. От переживаний Гофман заболел нервной горячкой. Я почувствовал, как монах вцепился в меня, стараясь приподнять. Отчаяние умножило мои силы. «Ты вовсе не я! Ты черт!» Завопил я громко и всеми пальцами, точно когтями, впился в лицо призрака. Но они ушли, словно в глубокие впадины, а призрак разразился пронзительным хохотом. В ту же минуту я проснулся, будто меня толкнули. Но в комнате еще слышались раскаты смеха. Я рывком приподнялся с постели и увидел, что в окне уже забрезжил день, а возле стола, повернувшись ко мне спиной, стоит некто в одеянии капуцина. Я оцепенел от страха. Мой странный сон обернулся явью. Гофман, эликсир сатаны. Придя в себя после болезни, Гофман вместе с женой в надежде найти работу перебрался в Берлин. Ему всего 30 лет, но здоровье надломлено. Его постоянно беспокоит печень, желудок, мучают кашель и тошнота. Он продолжает писать музыку, которая никому не нужна. Рисует иллюстрации, которые нигде не берут. От голода и истощения Гофман то и дело впадает в полуобморочное состояние. В 1808 году удача улыбнулась ему. Не без помощи друзей он получает должность капельмейстера театра в Бамберге. Под его управлением оркестр из 25 музыкантов и 12 хористов. Но работая одновременно дирижером, композитором, машинистом сцены, художником декораций, он еле сводит концы с концами. В отчаянии он пишет Гепелю. Вот уже 5 дней я ничего не ел, кроме хлеба. Такого еще не было. Поистине требуется сила духа, граничащая с героизмом, чтобы сносить все те горькие беды, что не перестают преследовать меня. Чтобы выжить, ему пришлось давать частные музыкальные уроки. Тут-то он и влюбился по-настоящему. В свою ученицу, юную Юлию Марк, дочь консула. Пожалуй, ничто здесь, на земле, не возвышает так человека в самой его сокровенной сущности, как любовь. Да, любовь. Та могучая таинственная сила, что потрясает и преображает глубочайшие основы бытия. Эрнст Теодор Амадей Гофман. И куда ему, женатому алкоголику за 30? И это юное, цветущее создание. Ну, конечно, это была любовь обреченная.
страдал по-настоящему и, видимо, до конца своей жизни жил воспоминаниями о Юлии, которые его убивали. Но не будь этих страданий, не было бы и творчества. У Гофмана действительно творческий подъем. Он пишет первую романтическую оперу «Ундина», и она с успехом идет на сцене Королевского театра. Его критические статьи публикуются в авторитетнейшей лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете». Но главное, он дебютирует как писатель. 15 февраля 1809 года опубликован первый рассказ Гофмана «Смесь музыкальной критики и билетристики. Кавалер Глюк». Между тем он продолжал вести довольно разгульную жизнь, посещая местный погребок. Он уже не мог жить без алкоголя. А как еще заглушить боль от неразделенной любви? Ведь Юлия собралась замуж за другого. Ну, это была кошмарная история. Ее жених напился пьян, упал в лужу, а Гофман, красный, маленький, злобный, взъерошенный, размахивал тростью над ним и кричал: «Посмотрите на меня! Я же выпил столько же, сколько вы! Я же держусь на ногах!» Ну, ему отказали от дома, естественно. Разрыв с Юлией усугубился конфликтом с руководителем театра Гальбайном. Гофману отказали в антрепризе. 26 ноября в его дневнике появляется запись: «Продал старый сюртук, только чтобы поесть». Гофмана уже ничего не связывало с Бамбергом. И в 1813 году он покидает город навсегда и отправляется в Дрезден, где ему предложили место капельмейстера. Воспоминания о личных драмах и ужасах Наполеоновской войны не оставляли Гофмана. Под впечатлением пережитого он пишет сказку «Золотой горшок», в которой параллельно с обыденностью существует нереальный мир духов, колдунов и ведьм. Шнур звонка спустился вниз и оказался белую прозрачную исполинскую змеёю, которая обвела и сдавила его крепче и крепче, затягивая свои узлы, так что хрупкие члены с треском ломались, и кровь брызнула из жил, проникая в прозрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет. Змея подняла свою голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельмы. Режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание. Гофман, «Золотой горшок». После успеха этой сказки у Гофмана появились настоящие писательские амбиции. Вот то, ради чего стоит жить. «Дал бы только Бог закончить сказку, как она началась. Я не сделал пока ничего лучше. Все прочее мертво и безжизненно в сравнении с ней. И мне кажется, что, совершенствуясь в писательском деле, я смог бы, пожалуй, прийти к чему-нибудь стоящему». Однако гонорары за книги и статьи приносили небольшой доход, и нужда заставила его обратиться к Гиппелю за помощью. Тот выхлопотал ему вакансию юриста при Королевском Берлинском апелляционном суде. Опять вместо творчества – ежедневная рутина. В Берлине с большим успехом шла его опера «Ундина». А сам он с отвращением работал в суде, где на него навалили множество дел. «Я тащу их за собою, словно каторжник колодки, и верую, что таково мое наказание за бесчисленные грехи, за то, что не выдержал испытания свободой и вынужден был вновь вернуться в тюрьму». Из письма Гофмана Гиппелю. Он стал все чаще и все сильнее болеть. Гонорары от постановок оперы он тратил на выпивку, ночи напролет просиживая в винном погребке Лютера и Вегенера. Многие замыслы его новых творений приходили к нему в полубредовом состоянии, в форме галлюцинаций и видений. Так появились эликсиры сатаны, крошка Цахис по прозванию Цинобер. Также родился его литературный двойник, капельмейстер Крейслер. Это говорящая фамилия. Кхайс – круг. Человек, который движется по кругу. А движение по кругу – неспособность выйти за пределы травмирующей ситуации, выйти за пределы одного и того же повторяющегося сюжета. Это, в общем-то, и есть ад. Это небытие. И всякий знает муки ада еще при жизни, когда оказывается в круговом движении. Кажется, мы делаем шаг
в новом направлении, и потом выясняется, что мы опять-таки пришли в ту же точку страдания, так как будто впервые движемся по жизни. Гофман ощущал эту раздвоенность в себе, в мире, в читателе. 29 июля 1817 года случилось несчастье. Во время пожара в Королевском театре погибли все декорации Ундины. Успеху оперы пришел конец. Больше при жизни автора ее не ставили. Череда несчастий преследовала Гофмана. Весной 1818 у него развилась болезнь спинного мозга. Чтобы как-то отвлечь его, друзья подарили ему полосатого котенка, которого он назвал Муром. Однажды Гофман увидел, что его воспитанник открывает лапой ящик письменного стола и укладывается спать на рукописях. В письмах друзьям он рассказал, что, возможно, в отсутствие хозяина кот читает его рукописи и пишет свои. Так родилась новая книга. То есть это житейские воззрения кота Мура вкупе с фрагментами жизни капельмейстера Иоганнеса Крейслера, чудом уцелевшими в макулатурных листах. И на самом-то деле главная жизнь музыканта, а мы читаем жизнь добродетельного кота, который рассуждает, что не надо торопиться выпускать коготки, потому что можно схлопотать под затыльник, а лучше подождать, и то эти потычут мордочки в теплое молочко. И на полусловие все прерывается, и вот кто-то рассказывает кому-то о том, что какой-то адвокат, как у Франсуа Рабле, шел по мосту, вот, и ветер дул ему в лицо. Да какой адвокат? А что Юлия? Да подождите, Юлия, у князя Рье был... На половине слова обрывается, и дальше продолжается рассуждение кота Мура. И вот так два произведения, которые указывают друг на друга, под обложкой одной книги. В 1820 году, когда уже пришло признание и высокое доверие правительства, Гофман был назначен членом комиссии по расследованию политических преступлений. И он расследовал. Честно и бескомпромиссно, невзирая на лица. Он пошел на неслыханный шаг. Обвинил начальника полиции в клеветничестве, привлек к суду и добился его отставки. Уже через месяц он защищал в суде нескольких либеральных мыслителей. При этом опубликовал карикатуры на заседателей и вывел их в гротескном ключе в своем «Повелителе Блох». Этого ему не простили. В январе 1822 года начался последний, тяжелейший период его болезни. На протяжении нескольких месяцев паралич постепенно захватывал его тело. Именно в тот момент, когда смерть была совсем рядом, он писал: «Жить, только жить, чего бы это ни стоило». Тем временем в цензурном ведомстве прочитали рукопись «Повелителя Блох». Против Гофмана было выдвинуто обвинение в оскорблении величества, разглашении служебной тайны и карикатурном изображении одного из членов министерской комиссии. Тираж «Повелителя Блох» был арестован. У Гофмана провели обыск. И вскоре обездвиженный автор диктовал защитительную речь. На этот раз для себя. Только благодаря известности Гофмана и активным усилиям его друзей дело было прекращено. 24 июня, проснувшись, Гофман вдруг почувствовал, что полностью здоров, поскольку нигде больше не ощущал боли. Он не понимал, что паралич уже достиг шеи. Утром следующего дня он умер, диктуя верной жене Михалине свою последнюю новеллу «Враг». Ему было всего 47 лет. Он умирает в процессе творчества. Его легко было ранить, но его было невозможно убить. Уставившись на распахнутую дверь, я ожидал, что вот-вот на пороге встанет мой отвратительный двойник. Но никто не появлялся, и я вскоре опомнился, ужас разжал свои ледяные когти. А лейб-медик твердил, что я даже не представляю себе, до чего опасно я болен. И объяснял мой недуг всем, что мне пришлось пережить в тюрьме, потрясением, которое вызвал у меня мой процесс. Я принимал прописанные мне лекарства, но гораздо больше, чем его врачебное искусство, моему выздоровлению содействовало то, что я более не слыхал стука. И, как мне казалось, мой ужасный двойник покинул меня навсегда. Гофман, эликсиры сатаны. Мы щедро у него черпали.
у Гофмана. И Достоевский, конечно, тема двойничества приходит к нам через Гофмана. Без Гофмана мы не мыслим немецкую литературу. Ведь для нас немецкая литература и культура – это образ. Мы так по-прежнему заглядываем в Европу. С не меньшим интересом она на нас смотрит, но всегда через окна. Вот Гофман – это одно из окон, благодаря которым Европа становится ближе. Немцы становятся понятны через Гофмана. Через несколько дней после смерти Гофмана кредиторы распродали с торгов его вещи. Увы, он не смог оставить супруге ничего, кроме долгов. Такова была расплата за талант.